Ну что ж, во-первых, это было потрясающе. У меня бегали вот такие вот монстры-мурашки. Спасибо. Как вас зовут? Да. Как зовут? Меня зовут Соломонова Илона, мне 20 лет. Я из Республики Мордовия, село Лямбирь. Прекрасно. А я же и слышу. Родное. Сейчас все подумают, а откуда же она? Да-да-да, у меня тоже есть мордовские корни. Правда? Да. Ну, то есть Саратова, мне кажется. А? Саратова, мне кажется. Я и Саратова, и из Греции, и из Саранска. Я отовсюду. Ходите в какую-то студию у себя там дома. Я хожу, да, я занимаюсь. В студию русской музыки, да, ходите заниматься? Именно специально? Я сначала занималась народным вокалом, сейчас я уже пробую себя в эстраде. Но все равно белый звук остается пока, да, когда пробуете? Да. Не можете отделаться? Пока нет. Поэтому взяли эту вещь именно, чтобы было органичнее, да? Да, именно. Сильно-сильно? А вот кусочек какой-нибудь? Что нравится в последнее время? Что репетируешь? Только не Бьонсе. Нет. А почему не Бьонсе? Ну, а потом. Мне нравится. Бьонсе, к сожалению, не мое. Сейчас дайте подумать немножко. Шакира? Нет. Нет. Давайте, Шакира, может, я спою немножко поближе. Это Уитни Хьюстон, «Телохранитель». Я тоже ее пела, но... Я думаю, что пели, Тина Кузнецова, да. Что? Да. Ваню. Давайте Ваню. Лимоны падают в песок, искрится прибой, как бусы на плечах муссон, вечный спутник мой. Друг другу не поверили, в холодном плену, и счастье не измерили, чувствуя вину. Хлопают в ладоши пальмы, весы право. Понимаю, не случайно слышу голос твой. Может быть, сумеем наше счастье склеить. Ты только двери мне открой. Иногда Ваня, 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 обо мне печаль, как желтая луна. Моя умница! Молодец! Молодец! Иди на этой высокой ноте. Брось нас к чертовой матери. Иди себе. Спасибо тебе. Ром. Давай обниматься. Спасибо. Сначала. Молодец, девочка. Умница, умница, умница. Спасибо. Умничка, умничка. Умничка, умничка. Молодец.